Я спокоен. Давай тащи эту рыбу. Вашу Исаке, сейчас не попробую, уже никогда не соберусь. Это ту самую, да? Вон ту отравленную. Понял. Вася, фугу. Кедугма. Нет, это не фамилия, что вы? Это образ жизни. Мне так все нравится пробовать, дегустировать. Так нравится. Что вы, столько сегодня всего в магазине, так хочется попробовать. Ну, что вы, авокадо я ела. Я лягушьими лапками, прости господи, закусывала. Потрясающая дрянь. И тут я, значит, захожу в магазин и вижу... Такая, ну, я даже не знаю, что это такое, ну, лакомство из Южной Америки. Куртупан. И не фрукт, и не овощ, но продовольствие. Ну, на вид, знаете, вот так, смотрите, я вам сейчас это скажу. Значит, вот смотришь, вот фас, картошка. А в профиль такой, ну... Банан, ну в пупырышках, как у огурца. Все, купила, принесла домой, вывалила на стол. Думаю, чем же тебя едят дикобразы этакие. Попробовала укусить, не кусается, нож пополам. Думаю, значит, ты овощ. Значит, будем тебя варить. Я в кастрюлю, я 5 часов воду подливала. Это дырянь! Из кастрюли выперлась и стоит на своем. Только цвет поменяла. Он же был фиолетовым, а стал какой-то голубой. Господи, я как трахну молотком! Как он вскочил! Как он стал летать надо мной, над головой! Бог мой, хорошо, что я голову пригнула! Так он вазу, мою хрустальную вазу, напоминание о девичестве к чертовой матери! Думаю, ладно, пока он летает, я схожу в магазин, узнаю, как его надо есть. Я прихожу в магазин и спрашиваю продавщицу, девочка милая, скажите, пожалуйста, как этот куртупан в организм попадает? Может быть, каким-нибудь другим путем? Ну, внутривенно, например. Или внутримышечно. Эта девочка так глазки опустила и говорит, эту сволочь... Надо грызть. День грызу. Второй грызу. На третий день чуточку надо грызла. Ну, интересно вам по вкусу, что это? Ну, не интересно. Вы железные опилки когда-нибудь? Да? Ну, вот на пятый день, когда передние зубы кончились, я перешла на коренные. Коренные зубы кончились ровно через 2 недели. Ну, конечно, я утрирую, но примерно так и было. И тут я вспоминаю, что у моей сестры муж работает на заводе. А там же всякие аппараты, сверлильные, дробильные, пилильные, черт знает какие. Думаю, все равно я внутрь этой дряни попаду. Я иду на завод, о чем-то своем девичьем задумал, дрянь в сумке. Вдруг свист, тормоза, я в одну сторону, сумка с дрянью в другую сторону. Вдруг что-то взорвалось, грузовик перевернулся, смотрю, в моей сумке это дрянь дымится. Думаю, все равно я попаду, все, я туда ползком вытаскиваю, представляете, внутри семечко. Обыкновенная семечка. Только нашу семечку я развел пальцем в рот, и все. А оказывается, южные американцы свои семечки в боеголовки запаивают. Фу ты, гора с плеч. Гора с плеч будет о чем в старости вспомнить.
будет о чем внукам рассказать. Все-таки жизнь прожита не зря.